были на 21 месте среди всех окружных городов и районов, а по итогам этого лета стали уже 10-ми. Выездной отдых, пришкольные и палаточные лагеря, всего охвачено более 10 тысяч детей. Медиков, педагогов и организаторов наградили окружными благодарственными письмами. Отдельно по летнему отдыху 2018 отчитались работники культуры и спорта. Проводился двухразовый тренировочный процесс. В период работы лагеря в рамках тренировочного процесса дети посещали плавательный бассейн, аквапарк, центр физической культуры и спорта «Жемчужина игры» и крытый каток с дюшор по биатлону. Также были организованы выходы на городскую лыжную базу. Все учреждения культуры задействованы в малозатратных формах отдыха и досуга в летний период. На базе 5 учреждений культуры в течение летнего периода 2018 года было проведено 436 мероприятий и охвачено детей 13 713. Планов на следующий год много, в частности, опробовать опыт по оплате летних лагерей сертификатами доп. Образования. Это позволит привлечь к отдыху больше некоммерческих организаций. Дополнительно рассмотреть опыт Нижневартовска по апробации системы персонифицированного финансирования организации отдыха детей и по возможной реализации такой схемы в городе Нефтеюганске. Кроме того, планируется расширить проект «Команда нашего двора» и проводить летом в микрорайонах Нефтеюганска больше уличных спортивных состязаний и мероприятий профиля культуры. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».